Приветствую вас, и смех нужно понимать так, как значит, проявляет себя настроение человека и его отношения. То есть, если человек смеется по-доброму, искренне, весело, это означает, что вас считают милой, вас считают забавной, вас считают смешной, интересной и как минимум привлекательной. Если человек смеется зло и с издевкой, это означает, что вас считают ниже себя. Это означает, что вас недостаточно сильно уважают. Это означает, что мужчина не ценит вас и относится к вам негодительно и общается с вами лишь только потому, что других вариантов у него нет. То есть, смех, в принципе, не имеет причин. То есть, смеяться можно тогда, когда угодно, когда хочется. И вы поступаете, в принципе, правильно. Вы говорите все, что угодно, лишь бы не молчать. И это здорово. И мужчины это оценивают. Но если вот последнее предложение совсем понятно, вы пишете, что мужчина сказал, то вы так совсем по телефону разговариваете, но если я правильно понял, то откуда он знает, как вы разговариваете совсем по телефону, или вы сказали так мужчине, вот этот вот момент не совсем ясен, но тем не менее, вы, если это сказали вы, то он, скорее всего, не поверил, и подумал просто, что так вы, возможно, проявляете к нему свою симпатию. И в зависимости от того, какой смех у мужчины, как мы уже сказали, да, можно говорить о его ответной реакции на вас, как он к вам относится. Вот примерно так и нужно понимать, почему мужчина смеется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен.